Вернуться к режиму фиксированного курса предлагают эксперты Центра прикладных исследований. С таким заявлением они выступили сегодня в ходе круглого стола в Астане. Его участникам были презентованы итоги экономических исследований в отношении факторов инфляции. По убеждению аналитика Дмитрия Шульца, именно при прежнем режиме в стране отмечался экономический рост. Планирование инвестиций и деловая активность была на порядок выше. Результаты исследований показали, что влияние обменного курса на инфляцию до 2015 года был практически нулевой, тогда как за последние годы резкое влияние курса на инфляцию. Предварительные результаты показали, что вклад монетарных факторов, которыми апеллирует Нацбанк, составляет менее 50%. И в большей степени инфляция зависит от других факторов, в том числе от волатильности курса тенге. Предложение по возврату политики свободно плавающего курса ученые намерены в ближайшее время направить в Нацбанк. Графики это видно.